дальнейшего продвижения по сетке Кубка. Была хорошая игра, болельщики ее очень сильно переживали. Никто не хотел проигрывать, поэтому было 120 минут. Ну, еще раз поздравляю Балтику. Все. Коллеги, вопросы? Чем Балтик этого года отличается от прошлого? Ну, в прошлом году тоже хорошо играли. И в прошлом году нам тяжело досталось от победы. Еще вопросы? Игорь Павлович, пожалуйста, почему не было поляка Крыховяка? И вот как оцениваете игру второго Рыбаса в этом матче? Ну, у нас много не было игроков, у нас не было 9 игроков. Меня интересуют именно поляки, потому что для Польши... Ну, вот я же говорю, почему. У нас не было 9 игроков, в том числе и поляк. Поэтому... Почему вы не было? Не было, да? Вы говорите. И как оценивать? Ну, ему нужно нормальный режим игровой, поэтому ему дали сегодня восстановиться и готовиться к следующему матчу. Мы не имели права рисковать, у него есть микроповреждения, поэтому его и не было. А Рыбас как по вашему оценке игрок? Рыбас достаточно неплохо играл. Вопрос. Было много молодых игроков сегодня на поле. Повлияло ли на них такие трибуны в Калининграде? Потерялись ли они потом? Да нет, они не потерялись. Я думаю, что это хороший тест для них. Тест, куда идти дальше, как расти. И первая лига – это очень сложный турнир. Они пока еще даже в первой лиге не играют, а играют только во второй лиге многие. Ну, для нас хорошая информация, я думаю, для них. Юрий Павлович, много вопросов из соцсетей по поводу молодых наших ребят. Как оцените Титкова, который вышел в конце, но был очень активен, если по персоналиям брать? Ну, мы оценивать будем на базе, тренерской комнате. Сейчас оценка одна. Раз мы не прошли дальше, значит, она не положительная. Последний вопрос. Да. Мы перед овертаймом получили там желтую карточку от судьи. Что вы сказали? Чем вы были недовольны? Чем недоволен? Недоволен, наверное, тем, что шел хороший игровой момент, еще время не заканчивалось, а он свистнул. Вот этим я и был недоволен. Спасибо.